Дорогие братья, дорогие сестры, мы будем вместе с вами читать Евангелие от Матфея, 5 глава с 33 по 36, по 37 стихи. Евангелие от Матфея, 5 глава с 33 стиха по 37 стих. Иисус говорит так: «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступая к клятвы, но исполняя пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Тема сегодняшней проповеди, я ее назвал так: «Христианин – это человек слова». Человек, который несет ответственность за свои слова. Клятва. Довольно-таки интересная тема, она бывает спорной темой среди церкви, внутри церкви. Стоит клясться, не стоит клясться. А что означает вообще сама по себе клятва? Для чего она дана была человеку изначально? И какие формы клятвы мы знаем? Как-то проповедовал на эту тему в одной церкви, мне сразу сходу сказали: сам Господь клялся именем Своим. Бог сам дает клятву. И Он исполняет свое обещание, свою клятву, свое слово. И каждое Его слово, оно материализуется, оно исполняется. Какие мы еще клятвы знаем? Клятва Гиппократа. К сожалению, на сегодняшний момент, я слышал такое, что в медицинских вузах уже не дают клятву Гиппократа. С одной стороны, зря. Потому что ответственности уже у врачей нету. Если клятва Гиппократа обязала будущего врача спасать жизнь, лечить человека, несмотря на финансовое состояние того больного, то сейчас, к сожалению, этой ответственности уже нет. Какая еще клятва есть? Есть воинская присяга. Человек, призвавшийся в вооруженные силы, он дает присягу, он клянется. Так зачем же дана клятва? Клятва дана для того, чтобы в этом мире, греховном мире, наше слово, слово человека, несло какую-то своего рода ответственность, юридическую ответственность. Если человек не клянется, раньше считалось так, то его слово ничего не значит. Но как только человек дает клятву, то, соответственно, он уже подписывается за те слова, которые он произнес. Вообще, издревле, еще в ветхозаветное время, клятва, данная человеком, а тем более именем Бога, если человек поклялся, то эта клятва должна исполниться. Вся Нагорная проповедь, которую мы с вами прочитали, она дана Иисусом для того, чтобы наши с вами сердца преображались в образ Божий, в образ Его, в образ Христа, чтобы мы были подобны Христу. И сам Бог когда-то давал клятву, и Его клятва исполнилась. Однажды Он дал клятву Аврааму. Вы, наверное, помните ту историю, когда Аврааму было обетование о сыне. Это обетование исполнилось. Сара родила Исаака. Но вы также помните испытание, которое было дано Богом тому же самому Аврааму. Авраам должен был принести сына своего Исаака в жертву. Авраам, покорный Богу, послушный Богу человек, муж веры, идет совершить то, что повелел ему Бог. Дойдя до горы, сделав этот жертвенник, собрав хворост, он положил своего сына, связав. Как только занес он руку,
Мы читаем с вами, сам Господь уже на то время избрал себе жертву. И ангел Господень останавливает его, не дав совершить Аврааму то, что он должен был совершить. Это была проверка. Это была проверка от Бога. Но что мы читаем дальше? Бытие 22 глава. Бытие 22 глава с 16 по 18 стих. Так говорит Бог. Там записаны такие слова. «И сказал мною, клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Итак, Бог дает клятву Аврааму. И эта клятва, это обещание, которое делает Бог, оно распространилось до сего времени. Эта клятва распространилась на сына его, на колено Иудина, на сына его Давида. Сам Бог обещал Давиду семя, которое произойдет через него, и через это семя воцарится великий царь здесь, на этой земле. Сам Господь Иисус Христос пришел в этот мир, и вот оно обещание, вот оно исполнение клятвы. Великий царь от семени Давидова приходит в этот мир для того, чтобы умереть за грехи всего мира. Та клятва, которую дает Бог о семени Авраама, оно распространилось на сегодняшний момент. Не только физические его дети, но и духовные дети посредством крови Христовой становятся детьми Бога, детьми Авраама, потомки Авраама, чему свидетелями являемся и мы. И мы являемся этими же самыми потомками. Итак, сам Бог клянется и исполняет свою клятву. Бог также говорит в Пятикнижии Левитам, 19 глава, 12 стих. «Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчести именем Бога твоего, я Господь». Еврей мог клясться именем Бога, но есть одна оговорка. Ни в коем случае нельзя клясться во лжи. Что говорит, ни в коем случае нельзя преследовать в данной ситуации свою корыстную цель. Нельзя давать пустых обещаний и пустых клятв. Нельзя. Вы помните историю Давида и Иоаннафана? Я люблю эту историю. Люблю ее потому, что мы там видим, там раскрывается любовь. Братская любовь, не родственная, но по духу братская любовь. Иоаннафан возлюбил Давида, и Давид полюбил как душу свою, и Иоаннафан полюбил как душу свою Давида. Такая же любовь должна распространяться здесь, внутри церкви. Вы помните заповедь Христа о любви внутри церкви? Если мы будем любить друг друга, то этот мир узнает, что... То есть это является свидетельством тому, что мы являемся детьми Бога. Когда только начиналось преследование Давида Саулом, Давид, убегая от Саула, встречается с Иоаннафаном. И у них происходит замечательный диалог. Давид говорит, «Твой отец меня хочет убить». Иоаннафан говорит, «Ну не может быть этого». Давид просит, разузнай, узнай, посмотри, сейчас будет праздник. И когда ты будешь за столом отца своего, то узнай, пожалуйста, хочет ли он меня убить или не убить. Я говорю своими словами. И мы помним, что все же Иоаннафан узнал о замысле Саула. И при встрече Иоаннафан и Давид дают друг другу клятву. И сказал Иоаннафан Давиду, это как раз конец этой беседы, как раз этой
то есть конец этой встречи. И сказал Иннафан Давиду: «Иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки». И Иннафан клянется Давиду то, что он сохранит его жизнь, он ни в коем случае не убьет. И при каждой возможной встрече Иннафан подтверждает: «Ты будешь первым здесь, в Израиле, а я буду после тебя вторым». Но, к сожалению, Иоаннафан погибает вместе со своим отцом. И та клятва, которую дал Давид Иоаннафану, он ее исполнил до конца. Несмотря на то, что отец его гнался за ним, пытался его убить, он сдерживает свою клятву. И эту клятву он исполняет в сыне Иоаннафана, Мамфивосвее. Мамфивосвей пребывает в доме Давида как сын его. И пределы Сауловы распространяются, то есть возвращаются Мамфивосвею. И Мамфивосвей, сын Иоаннафана, имеет часть в доме Давида. Клятва – это уникальная форма обещания, которая дает обязательство человеку исполнить его, клятва именем Бога. Есть еще одна форма клятвы, клятва, данная Богу. И это клятва... Есть один такой пример. Была жена Веры, звали ее Анна. Она была бесплодна, долгое время не могла родить. Знаете эту историю? Она выходила в празднике вместе со своим мужем к храму, не храму, а к палатке, где происходили богослужения. И там она молилась. И Илий, пророк, точнее священник, который, видя ее, посчитал ее за пьяницу, узнав проблему Анны, она была бесплодна, не могла родить, и тем самым была попираема женою своего мужа. И знаете, Бог после этой молитвы дает обещание, точнее, исполняет ее молитву в сыне ее Самуиле. Да, вот в этом тексте мы не видим саму клятву Анны. Но когда мы увидим, прочитаем этот текст, то мы увидим, что Анна дала обещание Богу, что как только родится сын, и он станет более зрелым, будет ему около 3-5 лет, она отдаст его на служение Самуилу или в храм. И как только ее муж узнал об этом, то он подтверждает это обещание, эту клятву. Да, это клятва. И муж подтверждает эту клятву и говорит: «Все, что ты сейчас сказала, да поможет тебе Господь исполнить». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, клятва, данная человеком именем Бога, она должна исполниться. И знаете, царь в Псалме, царь Давид в Псалме 62-м воспевает так, 12 стих. «Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду». Я бы хотел обратить на слова. «Возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им». Итак, дорогие друзья, для того, чтобы клясться именем Бога, у нас должны с вами быть тесные отношения с Богом, чтобы его по-настоящему исполнить. Мы должны быть преображены в образ Христов для того, чтобы это слово исполнить. Но, к сожалению, человеки, люди, они всегда
по греховности своей составляющей всегда будут преследовать свою цель. Также преследовали свою цель современники Иисуса Христа. Они тоже давали клятвы, и давали клятвы пустые. Они словно малые дети, клянутся, но и не исполняют. Знаете, был когда-то я тоже маленьким, было лет мне так около 8-9. Это было в годах 90-х, 92-м или 93-м. Мои родители купили только-только новый телевизор. И сказали мне, ни в коем случае не включай телевизор, мы будем его включать только в нужное время, в положенное, когда будешь смотреть мультики в присутствии нашем. Но мы же дети, мы же непослушные. Тем более я тогда был еще неверующим, родители мои еще не познали Бога, мама еще не пошла в церковь. В это время пошли как раз приставки Дэнди. У моего соседа была приставка. Он узнал, что у меня дома стоит новый телевизор. И говорит, Гена, давай пойдем поиграем с тобой. Мне же интересно, приставка, давай поиграем. Вечером приходят родители и говорят мне, видя, что что-то не то с телевизором, говорят мне, что произошло. Ты включал телевизор? Я говорю, нет. А почему мы видим совсем другую картину? Вилка лежит не так, не укрыт телевизор. И я тут начал клясться. Клясться, чем попало. Я был неверующим. Мои родители еще не знали Христа, но я начал клясться. Клянусь матерью. Клянусь Божьей матерью. Клянусь Богом, что я этого не делал. Знаете, евреи. Евреи для того, чтобы получить выгоду, начали давать клятву. Но клятву не именем Бога, а просто клятву такую. И поэтому Иисус говорит, не клянитесь вовсе. И чем нельзя клясться вовсе? Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Евреи начали клясться, давать клятву, чем попало, как бы считая, что ну нету тут имени Бога. Но Иисус говорит, не так. Небо – это престол Божий, и если ты поклялся, то ты уже автоматически поклялся Богом. Земля – это подножие ног его, это его подножие ног. Поклялся землею, ты уже поклялся именем Бога. Иерусалимом – это город великого царя. И эта клятва также была клята дана именем Бога. Головой своей, да ты не можешь сделать свой волос черным или белым, Бог это знает, Бог может все, и Он окружает тебя, ты уже поклялся Богом. И поэтому будь добр исполнить это обещание, эту клятву. Клятва, данная Сыном Божиим, должна быть исполнена. И поэтому Иисус дальше говорит, но да будет ваше слово «да-да» или «нет-нет», тем самым повышает нам планку. Каждое слово, исходящее из уст христианина, если переводить нас на наш современный, на современный лад, оно уже, по сути, является клятвой. Уже, по сути, является клятвой. Если ты пообещал брату своему или сестре своей что-то сделать, так будь добр сделать. Не хочешь не исполнять, не хочешь нести какой-либо ответственности, не неси ее, тогда и не говори какое-либо пустое обещание. Я знаю, в церкви есть братья, есть сестры, которые, наверное, в какой-то степени не зная этот закон, но по Духу Святому они исполняют свое слово. Потому что Дух Святой ведет их, потому что у них есть эти отношения с Богом, потому что они преображаются в образ Христов. Но, к сожалению, есть и те, которые по лукавству своему поступают, обещают, но и не исполняют.
берут деньги взаймы, но не возвращают. Обещают исполнить какое-то дело, не исполняют. Иисус Христос говорит дальше, все это от лукавого. Дорогие братья и сестры, чьи мы дети? Кому мы принадлежим? В чей образ мы должны с вами преображаться? Конечно же, в образ Христов, и мы принадлежим единому Богу, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому, мы Его дети. И поэтому на нас лежит ответственность быть человеком Слова. Быть человеком Слова. Да благословит нас Господь в этом деле. Будьте благословены и исполнителями слова, которое вы сказали. Аминь.